Всем привет, ребята, мы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить четвертый Silent Hill. Двигаемся, ну, восстановил здоровье, в принципе. Больше тут ничего такого. Двигаемся обратно. В винтовую тюрьму, решай загадочки. Так, я сейчас, получается, в самом низу буду находиться, да? Так, шумно все. Давай сюда сначала зайдем, глянем, что изменилось. Ну, генератор пашет. Хрен знает, может быть, и дверь открывается. Посмотрим. Нет. Видимо, это двери для отвода глаз. Нам, по идее, надо попасть на кухню, про которую писалось в записке. Так, я, получается, просто спускался вниз. Теперь нам нужно попасть наверх. Что-то валяется. Взять святой медальон. Святой медальон против призраков. Может быть экипирован вместе с оружием. Действует против духов, пока надет. Но через некоторое время ломается. Ясно. Я понял. Так вот. Вот только вспомнить, где я оказался. Вот здесь. Потом мы отсюда выходим. Я вот здесь появился. Угу. Единственная дверь. Но мы давай-ка сюда зайдем. Дверь не открывается. Значит, залезаем. Подняться. А здесь документ. Это место продолжает разрушаться. Двери в некоторые камеры больше не открываются. В результате дети, сидящие внутри, больше не могут выйти наружу. И чем меньше они об этом знают, тем лучше. Я не могу открыть двери, но из этой комнаты я могу наблюдать, как с каждым днем они становятся все более и более истощенными. Без еды и не моясь, они там превращаются в маленькие вонючие серые комочки. Что, блядь? Серые комочки вонючие. Следуя предложению инженера, мы избавились от трупов, выкопав яму под камерами. То есть говорит о том, то что под каждой камерой яма как-то соединяется между собой, походу. Поскольку каждый этаж этого здания может вращаться независимо, мы можем избавляться от тел незаметно для других, уравнивая камеры с телами по вертикали. То есть у меня раньше был в детстве такой, ну, типа головоломка, что-то вроде кубика Рубика. То есть она цилиндрической формы такой, ее можно было как бы вращать в нескольких положениях, как бы там несколько делений. Вот, и то есть ты крутишь и собираешь шарики в один цвет вдоль. Тут примерно то же самое, походу, загадка. По скриптам, шеф, спорим, вы умираете от желания увидеть комнату для допросов за кухней. Я понимаю ваши чувства, но вы заметили... Есть три комнаты с окровавленными кроватями. Одна на первом этаже, одна на втором и одна на третьем этаже. Если вы встретите эти три комнаты вертикально в линии, то попадете в точку. Короче, это и есть, да, главная задача. Комнаты надо выставить. Это я. Понятно. А я на каком сейчас этаже, получается? На первом. Я понял. Смотрим, на каком у нас. Вот у нас кровать с кровью. Сразу возле стола. Тут нет. Тут. Тоже нет.
Но есть отверстие. Мужик. Здорово, мужик. Он убьет меня. Он опять будет то же самое болтать. Что-то я такое припоминаю, то, что там нужно, короче говоря. Тут тоже крови нет. Ну, все понятно. Я, короче, по кругу хожу. Подняться. Давай еще выше. Это у нас третий этаж. Или первый. Это уже я на второй поднялся. Чтобы приглядывать за детьми, важно, чтобы камеры были хорошо освещены. Лампы на третьем этаже изначально были приобретены в качестве прожекторов. В целях предосторожности на случай отключения электричества они были установлены на отдельный генератор. В подвале есть гидроэлектрический генератор, чтобы осветить второй и первый этажи. Используйте желоба для сбора трупов. Поскольку каждый этаж здания можно вращать, вы можете осветить любую камеру, совместив дыры. Периодически повторение этой процедуры — эффективный способ держать детей в страхе и послушании. По скриптам, шеф, с помощью рукоятки в центре этой комнаты вы легко сможете вращать камеры. Вы не можете вращать первый этаж, так что сопоставляйте второй и третий этажи с камерой первого этажа, в которой стоит окровавленная кровать. Кстати, используя смотровые отверстия в этой комнате, вы сможете убедиться, что делаете все правильно. Попробуйте, кроме этого, пожалуйста, не забудьте открыть шлюзовые ворота на крыше, мое почтение. Ну, ворота шлюзовые я открыл. Тут крови нет. Банки. Я эти все комнаты обходил, получается, изнутри. А сейчас мы, получается, в центре. Кстати, где-то там тень ходила. Нет. Штаны идет у тебя, боссаны. Вон еще одна кровать. Ничего. Тоже ничего. Так, а еще выше я могу подняться? Еще выше. Еще одна записка. Секретный код для двери в задней части кухни в этом месяце 0302. Спасибо за сотрудничество. Но я пока никаких кодов не видел. Возможно, потом это надо будет посмотреть. Там слизень большой ползает. Тут маленький слизень. Крови нет. Здрасте. Так, мужик у нас тусуется на первом этаже. А где кровать окровавленная? Вот он. Кстати, вот пожарные вот эти сирены, сигнализации, видимо, красного цвета точки. Видимо, они как-то что-то обозначают. Прямо возле каждой окровавленной комнаты я смотрю, что есть. Так, давай тогда опускаемся на второй этаж. Эй. Да, спуститься. Второй этаж. Крутим. Крутим мужика. Слушай, а блин, как бы это... Первый этаж. Сейчас мы посмотрим. Так, мужик у нас тусуется. В каком этаже он тусуется? Придется так смотреть. Где-то вот... Нет, не здесь. Давай вниз. Спускаемся. Мужик. Где мужик? Нет, не тут. Не тут. Сначала мужика надо, по идее, выпустить. А потом самим спускаться на кухню. Сопоставив все отверстия. Так, вот мужик. Смотрим по карте.
То есть получается нижняя комната относительно на сколько? Ту-ту-ту. На 5 часов. Так, тут у нас крутилки нету. Нету. Поднимаемся. Второй этаж. Вот на 5 часов комната. Здесь рукоять. Повернуть влево, повернуть вправо. Ну, давай вправо. Сразу. Изменилось. Где мужика посмотрим. Сейчас, наверное, тоже все перекрутилось нахрен. В этой он комнате. Тут где-то. Нет, следующий. Вот тут. Следующий там. Бандит. А еще раз поднимемся. Ну давай, крутим. Крутим еще раз. Право. Давай один раз. О, мужик вылез. На шару просто крутанул на самом деле. Так, а дальше? Дальше, по идее, нам нужно эти отверстия сопоставить. С окровавленными этими. Тогда начнем с третьего этажа. Где-то вот тут кровать. Нет, уже не тут. Вот она. Так, на примерно 10, на 11 часов, короче. Допустим. Теперь может как-то надо отсюда выйти. А еще ниже. Ну, мужика хотя бы выпустили, уже хорошо. Давай еще спустимся. О. Субтитров нет. Stay in there. God, please. Good God, let me out of here. I'm trying to die in here. Make me stay in there, Walt. Walter, I'm telling you, stay down. Walk away. Эй, мужик. Ну, кстати, нет, это не управляющий. Кто этот мальчик? А вы кто такой? Его зовут Уолтер. Уолтер Сарвилл. Убийца который. Только здесь убийца маленький. Я работал в приюте, присматривал за детьми. Я Эндрю де Сальво. Они старались, чтобы все выглядело как сиротский приют. Но согласно городским священным писаниям, на самом деле это был центр их религии. Тот парень Уолтер, он был всерьез увлечен этой ереси. Особенно этим сошествием Святой Матери. Ужасно, боже мой, о боже мой. Мне как-то за ним надо идти. Ямба, все повылазило. Не куда-то вдвоем вместе ушли. Ну
Может, вниз она спустится. Опа, вода перестала течь. А почему? Может, типа надо ее заново запускать? Хотя нет, по идее, мужика мы выпустили. Сейчас нам только вот в эту вот кошмарную кухню надо попасть. По идее. Давай, наверное, еще покрутим. О, дверь открылась. Ладно, я тут был уже. А напротив открывается. Ясно. Поднимаемся. Их не перебьешь. Так, смотрим. Кровати, короче говоря, надо сопоставить вместе. Это у нас первый этаж. Первый этаж не крутится. Гости из будущего. Так, вот она. Вот она комнатуха. Это получается на час. Она на час. Значит, следующее. Подняться. Следующий этаж нам нужно также крутить на час. Ага. Все серыми становятся, короче, комнаты. Сейчас попробуем. Право, допустим. Ага, вот оно повернулось. Давай еще раз. Направо. Так, окей, соединил. На втором этаже. Проверяем. Вот эта комната. Угу, тоже скрою. Теперь поднимаемся. Она тут уже вроде как все. Позырить надо. Нет. Надо еще крутить. Пока она не встанет тоже на час. Давай влево. Давай к карте уже быстрее. Следующее. Вот это. Нет. А где эта комната? Мало, почему ты не... А, ну это я же читал. Нет. Нет. Тоже не то. Тоже нет. Надеюсь, на втором этаже комната не вращается вместе с третьим. Ну, зрить-то будешь. Подожди, а где комната эта? Кроме...
Вот он. Так, считаем. Раз, два, три, четыре. Четыре раза. Вправо получается. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Надо будет по карте посмотреть. Она должна встать на час тоже. Следующее получается отверстие, да? Да, вот оно. Все, на час. Теперь получается, мы должны выйти и со всего маху, короче, подняться с первого этажа на самый верх, на третий этаж. Не то. У нас самый верхний этаж, а оказаться на третьем этаже. Так, это мы только сделаем с крышкой, да, получается? Да, это первый этаж. Нам сюда. Потом мы двигаем вот туда. Потом на самый верх. Это у нас второй этаж. Получается, ты сначала идешь по внутренней стороне, ну как бы, если как ее винтовую эту тюрьму представить в виде колец, сначала ты обследуешь второй этаж. Первый этаж внутри. Потом, да, это второй этаж. Мне надо на третий. Потом ты внутренние, скажем так, кольца осматриваешь. Потом бежишь по внешним. И потом бежишь по внутренним самым. Крутишь там, перекручиваешь. В общем, жесть какая вообще. Очень сложно, замучено. Так, третий этаж. Кстати, насчет вот этого дела подняться. Хочу попробовать еще раз крутануть, если надо, этот винтик. Может пригодиться. Но вода бежит. Дверь не открывается. Так эти заслонки подняты. Генератор просто перестал работать. А так тут все уже. Короче, сейчас спускаемся на третий. И мне нужно комнату на час, которую я повернул. По кругу оббегал. Так. Почти. Стой. Вот эта комната. Ага. Прыгаем. Наверное, до самого упора надо прыгать. Я не знаю. Ну да, до самого упора. Еще ниже? Ну да, тут не выйти. Пока вниз. Ни шагу назад. Вот любители они, блядь, в этой серии игр в дырке попрыгать. Что мужик во второй части скакал. Как психопат. О, всякие отверстия подозрительные. Большого диаметра. Так, тут у нас ничего нету. Два выхода. Вот. Кодовая дверь. Я понял. Давай сюда попробуем дернуться. Тоже можно выйти. Так, что у нас тут вообще? Перед собой ни хрена не видно. Это типа столовки какой-то. Сюда не пройти особо.
Хотя, подожди, давай полупим. Там тоже же есть какой-то вход. Выход. Эта палка об меня типа сдохла, да? Да не пройти, но единственная дверь. И короче, я ту самую заветную. Это комната с хрудилками, короче. Я получается. Да, бля. Я попробую, вошел просто. Все понятно, где я вышел. Сокращение пути.
Ну, тут, в принципе, без... Ну, давай глянем законку. Без изменений. Давайте тоже дешевле. Телевизор заработал. Еще записка. Может, ящик-то выключит кто-нибудь, нет? А, нет, слушай, это не телевизор. Это вода льется. На кухню. А, на кухню смотреть. Ладно, сначала записка. Давай сначала вот сюда заглянем. Давно мы тут не были. Что полезно. Под дверь подсунут клочок красной бумаги. Я нашел нечто невероятно эффективное против призраков. Это спасло мне жизнь. Он торчал из огромного камня в лесу, рядом с приютом. Это лезвие меча с приделанной самодельной треугольной деревянной рукоятью, на которой написано какое-то заклинание. В качестве оружия он тяжелый и неудобен, но похоже, под действием сил призрака жертвы он каким-то образом меняется. Бей, когда меч заряжен энергией. Если ты не ослабишь их силу, твои атаки будут отбиты. Насколько я знаю, существует всего 5 мечей с подобной силой. Они невероятно ценны. 23 июля. Но, в принципе, три таблички вот мы нашли. Возможно, как раз мечи имеются в виду, то, что таблички. А может быть, против призраков что-то такое. Посмотрим, что телка делает. Ничего. За окном же дождя нету, правильно? Кстати, посмотрим руку. А по-любому же она появилась. Надо будет сохраниться. А вот еще одна рука. Правдом гуляет. Окей. Пойдем сюда, полезем. Да, почти, ну не считая вот этих всяких катсцен и беготни туда-сюда. Полчаса я сидел тут. Опа. А кровь? Теперь кто-то плачет в дыре. Из-за этого песни большую.